Всем привет, дорогие друзья, с вами Иван, и вы на канале Кишмиш. Мы продолжаем прохождение игрульчики The Ascent. В прошлой серии мы размотали босса, просто раскидали, блядь, как ребеночка его здесь. Какую-то мега-жабу-попрыгушку. И я хочу вернуться забрать эти жизни. Не так же просто их здесь накидали, да, нам перед этим боссом. Один раз смогли удачно кинуть даже гранату. И я немножко разобрался, как это работает. Вот когда этот синенький кружочек заполняется, тогда мы можем использовать гранату. Гидравлический удар. Так, аугментация. Аугментация можно покупать и находить. Они дают новые способности и работают еще лучше при удачной синергии с вашими умениями и параметрами. Аугментации можно устанавливать в журнале, в полевых условиях или в вшивателя. Установка без участия вшивателя будет стоить вам энергии. Новые аугментации можно найти, исследуя мир, поднять тел противников или приобрести у вшивателя. Давай мы сейчас энергии-то потратим, но посмотрим, что такое вот эта вот аугментация. А, вот шоковая граната. Вот, аугментация. Гидравлический удар. Наносит с огромным гидравлическим усилием и отбрасывает врагов назад. А, ну слушай, так установлено. Как использовать? А, вот, смотри, появилась красная эта штука. Мне кажется, это вот на эту. Не, не на эту. А на какую кнопку-то, блядь, аугментацию использовать? Сам... Вот. Ну, я понял. Ничего нового не написали. Вот. Способности аугментации. А, бамперы. Все. Бамперы, бамперы. Ну, давай сейчас врагов каких-нибудь увидим, попробуем. Я думаю, нам сейчас кого-нибудь здесь подсунут. Не подсунут, испробовать? Да ну что вы. Так, чтоб я здесь сейчас, блядь, ловушки не оказался. Бам! Ты нахуй видел? Мне понравилась. Прикольная штука. Идите сюда. И хпшечка полная осталась. Вот так надо нахуй их раскидывать. А что это? Бронежилет. А, не, вот броня. Смерть... Какой? А, смертебольный жилет. Смертебольный. Интересное название. О, у меня граната появилась. Слушай, редкие штуки здесь, эти гранаты, я смотрю. Не люблю я когда так. Я люблю гранатами раскидываться направо-налево. Ну, кто на меня? Слушай, не дает, а? И вон там ящик какой-то лежит. А это что за дырка, блядь? Давай залезь. Не дает залезть. Всяких нор тут, блядь, понаделывали, а лазить туда нельзя. О! Блядь, что пистолет в нюрках? Чё я там с ящика не подобрал? Не, я всё забрал. А почему камера изменилась? Меня так бесит вот в этих играх.
когда он меняет положение камеры. Я уже к тому положению привык. Мне куда, типа, сюда бежать надо? К этой штуке? Типа, ну не находишь, что это странно, если нужно бежать вот вправо туда? А, ну теперь я понял. Сейчас опять поменяется камера. Блядь, да вы бесите, а? Это ж так, так неудобно. Ты ж понимаешь, что вы тут красоту наводили, чтоб я все это оценил, посмотрел. А, тут тупик. Вот я не понимаю, что там сейчас впереди происходит. Ёб твою мать, так мы к этому лифту и шли. Подожди, 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 подожди. Давай сбегаем в другую сторону. Стопудово там что-нибудь есть. Пройдем же, да? Пройдем. Вон туда я хотел метнуться. Здесь что-нибудь должно же быть. Или здесь просто тупик и все. Слышишь, слышишь? Это вот эта штука доходит? Ну да, блин. Да, ну нахер, неужели вы здесь мне ничего не припрятали? Жадины. Побежали обратно. Блять, зачем я кинул гранату, сука? Они же сейчас так долго будут заряжаться. Блять. Муравейник, да, нам что-то про муравейник как-то говорили. Наверное, это сюда. Сейчас будем ждать мегазагрузочку, наверное. Очень долго. Не хотелось бы. О! Интересно. Блять, вот они, знаешь, едут такие чуваки на работу себе, блять, уставшие после смены, а тут заходит какой-то долбоеб и шароебится вот так. Блять, сколько там эта загрузка будет идти? Мне уже самому надоело. О, блять, он еще и прыгать может. Пизда, давай. Все, я устал. Устал бегать. Бегать устал я. Давай потанцуем. Ой, его сейчас, блядь, распидорасит. Какие-то долгие загрузки идут между уровнями. О, приехали. Пошла заставочка теперь. Так, игра студии... А, ёпту, так это было типа, знаешь... The Ascent. Или это мы игру прошли? Не, не может быть такого. Это штука начало. Знаешь, типа финальные титры.
Мышка со шрифтами, они проебались. Чуть-чуть, самой малость. Я могу это пропустить, но не буду. Я хочу посмотреть заставку. Сладкий вкус правосудия, звук. А до этого все было на английском. Во, так мы в какой-то жилой зоне. Очень надо тщательно выбирать, что делать на локации, прежде чем с ней уходить, потому что эти бесконечные загрузки меня доконают. Я бы очканул, вот, кстати, по такому вот стеклянному полу ходить на такой высоте. Это что, рынок или это бунт какой-то? Что это? Дискотека? Ну, народу прям много. Куда мне бежать, блядь? Где торговцы? Подожди. Я вижу на карте какую-то точку отличную от других. Вот эту, наверное, да? Ай, ну, блин, хп. Спасибо большое, но я хотел бы торговца. Мне такое, знаешь, чувство меня не покидает, что я в какую-то бетку играю. Хотя игра-то вроде уже полностью готова. Да. Это не пред... Ну, не бетка, я ее просто, ну, предзагружал перед покупкой. Ну, типа, знаешь, купил, и она загружалась. Сюда нельзя, да? Естественно. Что естественно, то не сверхъестественно. Да все, мы поняли. Сохранять спокойствие и бла-бла-бла. Мы сейчас со всем разберемся. О-о-о, смотри, какая штука стоит. Это все, блядь? Так, погнали. Я вижу пистолетик. Мне надо туда. Есть что-нибудь? Есть, конечно. Все есть. Все, что надо. О-хо-хо. Торговля. Посещайте торговцев оружием, броней или кибернетикой. Хорошо, давай мне оружие сразу. Бля, это псикая пушка. У меня 2500. Ёб твою мать, она стоит 15. Это ты меня расстроил, конечно. Хорошо, пистолеты. Усмиритель. Та же хуйня, нет денег. Подожди, вернись. А продать? У меня нет ничего продать. Блять, вот это нахуй пиздец. Расстроили меня до глубины души. Пошли броню хотя бы посмотрим, может что-нибудь с брони сможем взять. Сюда? Нет. Где броня продается? Не, подожди, нам не туда. Здесь я тоже не пройду. А, вот, наверх нам надо. Подожди, я сейчас побегаю, что-то за булава такая. Может, получится бабла где здесь поднять. Вот она, булава. Gunsmith. А-а-а. Типа вкачать его. Сколько это стоит? Цена? Блин, я могу вкачать. У меня есть один вот этот вот... улучшатель. Ну давай, вкачаем, да? Давай. Да. Бам, нахуй. Внешний вид оружия, да, вообще без разницы. А можно что-то выбрать другое? Так, у булавы, короче, улучшение оружия. Что за ДНК? Это, скорее всего, всякая эта штука, которая...
Органики. Ну, давай посмотрим. Внешний вид. Мы можем внешний вид поменять. Серьезно, прям сейчас. Не, спасибо. Блять, они сбросили мне настройки. Или не сбросили? Нет, не сбросили. Подожди, а тут есть другие лица, типа, варианты другого лица? Нихуя не вижу. Пускай так и будет. Стиль хорошо. Так, аугментация, гидравлический удар. Пусто, пусто. Блять, как мне это использовать? Выберите назад, показать сведения. А вот это что? Ага. Мародер. Призывает дрона-компаньона, помогающего собирать трофеи земли. Блин, ну у меня нет денег. 26 тысяч. Выпускает остатки обоймы с великолепной точностью и дополнительной эффективностью. Позволяет мгновенно перейти в состояние потока. Блять, да тут охуели своими ценами. Пидоры. Мне хотя бы наскребсти на пушку новую. Ой, блять, ну ты реклама, вот тут мне не надо запрягать. Кому ты рассказываешь, блять? Вот я хочу вот эту ужас. Хочу ужас, блять. А, погоди, так он уже хуже. Я его вкачал в свою пушку, так уже стал уже не такой крутой, да? Все равно хочу его. Хочу его и вкачать. Еще броню посмотрим. Клон. Хорошо, а что глаз значит? Не зайти? А идите вы, блин, в баню. Шоп. Что тут можно купить? Алгоритмы какие-то? А-а-а. Осколочная граната. Блин, ну ёб твою мать, а. Чё такие цены большие, парни? Это ж просто граната. 39 тысяч, нихера себе. Граната с высокой поражающей способностью. Внезапно образует, блять. Хорошо, у глаза тогда гранаты. А что здесь? Ну и здесь, естественно, бронька осталась. Показатели брони. Интересно. Есть у меня подозрение, что у меня бабла не хватит все равно. Хватит! Она у меня такая же. Ну у нее, видишь, у нее другие эти показатели. Броню можем купить. Хорошо, давай верхнюю часть тела посмотрим, что у тебя есть. И это все мне по карману. Слабо. Единственное, что мне более-менее вот это зашло, что там оно ж на двадцатку поднимает. Ну, пока нет. Сложно, сложно, подожди. Не буду никакую броню тоже покупать. Не вижу такого, чтобы прям мне нужно было очень сильно. С тобой можно поговорить? Давай попробуем. Нужно быть быстрым. Нельзя просто хватать каждую вещь, каждую мод. Спасибо за народную мудрость, блять. Это что? Ну давай проверим. Я не хочу, конечно, опять получасовой заг... Нормально, быстро мы. Мы здесь быстро сейчас, да. Это какое-то помещение. Стопэ, блять, я это купил? Где мои бабки? Это бабки у них, вот это вот. Я купил, блять, сейчас жизни, которые мне не нужны. За нормальную такую сумму, блять. Как? Посмотри, сколько у меня денег, блин. Надо посматривать на эти автоматы, потому что я, походу, все это время покупал ебучие, блять, жизни.
Да, используй 29 вот этих укредов. Укредов — это кредиты какие-то, наверное. Ну, полежи здесь, отдохни, когда мне хпшка пригодится, я вернусь, надеюсь, ты здесь будешь меня ждать. Погнали по миссии. Это вот этот вот пидор, который всех гоняет, да? А, нет. Group went into immediate default after the corporate AI filed for bankruptcy. One subcycle of the Ascent Group Arcology on Velas has shut down, with some claiming it's gone into default mode. If this is true, without AG security, corporate grab teams will already be moving in. Warhammers and Class 13, this is Poon. Poon, вот этот пидор. Our dear Arcology just defaulted. I don't give a feral's ass about the whys and wherefores. Business will go on that you... Работа, как обычно, понятно. Хорошо. А, задание... Новый уровень! Бам, блядь. Так, безмятежность и не только. Она рядом. Давай мы сейчас только вкачаем этот. Способности. Так, у меня снова, видишь, три вот этих вот очков навыка. Давай вот это, вот это. И вот это. У меня появились какие-то четыре штучки, видишь, на карте вот этих квадратиков. Ладно, погнали, но пока по основной, а потом вернемся, посмотрим, что это такое. Войти. Слушай, пидор сидит, отдыхает тут, пока мы там корячимся. Так кто из них Пун? А вот он. Why the hostility, Poon? All I'm saying is that we should stick together in a time of crisis. О, у неё причесочка такая же, как у меня. All I'm saying is that I don't see how you can help right now. The Ascent group is gone, and the board has gone quieter than a null-spaced column. Maybe you people should start looking to what's next. The Ascent group is not just a board, Poon. It's us. All of us. United around an idea. The corporation can only collapse if we allow it. Whatever. An idea won't feed my indents or provide security when CorpSec gets wise to the fact that their paychecks aren't coming. Now, you'll have to excuse me. My next meeting just arrived. Fine. We'll talk again later, Poon. Типа не дошла чуть-чуть, да? Cinder idiots. Oh, look at you. Positively bristling with that. My PA before was pure bullshit. This is a crisis supernova. The Ascent group has collapsed. Our ecology's gone into deep. Not that I expect those sleek suits to be able to one. No one is getting paid, and CorpSec will soon realize that they're risking their. We can expect security to implode before the cycle. The Ascent group AGI suddenly went quiet. That's never happened before. So the market went apeshit and forced the Ascent. Now all local SIs are operating independently. Hundreds of optimizer protocol. We're gonna see nutrient and energy shortages within just a few cycles. Thousands of. Am I painting a bleak enough? Блять, более чем достаточно. Всему пизда. Dependent on the neighboring clusters of food. It pains me to say this, but it looks like we're gonna have to co-op. The other stack bosses have agreed to meet. They're a bunch of incompetent hard nut, but I don't see any other options. And my imp won't shut up about this being the only way forward. I want you to handle security. Бля, я сейчас буду какую-то сходку охранять. Always expect to see a few witless wonders stepping up to bat. The turbo vipers are already trying on a questions. Shoot. Блять, вопросов? Да, типа нету. Yeah. So with the corporation gone to put, ownership of the arcology is in flux.
The other corporation, we're like an OG-6 stiff right now. Soon to be hacked up for parts by a bunch of greedy. They're threatening to attack the meeting. And I want you there if they do. The latest cream of the scum crop. With everything going on, they're seeing opportunities. Да, в принципе, все понятно. Погнали. All right, enough questions. First, oh, and you'll need to gear up. Won't just be facing deep sink ferals anymore. Feel free to flatline any slag-headed turbo viper. Мне дадут сейчас эту дополнительное задание. Многим обитателям Велеса нужна помощь. А, берите дополнительное задание, разговаривая с людьми, над которыми отображается значок дополнительного задания. Окей. Ну давай сейчас нахватаем, может по дороге что-нибудь выполним. Торговец снизу, да? Кое-какие факты. Ну, давай согласимся. Кусок говна в унитазе выглядит более угрожающе, чем вот этот чел. Хорошо. Давай мы поговорим с этим вот... Ничего нет. А с кем мне надо было побазарить для новой этой амуниции? Расскажите ко мне, пожалуйста. Здесь с кем-то? Вон, видишь, еще одно дополнительное задание. Ну, давай поговорим. Да, походу, это вот оно. Блядь, дали денег на новое снаряжение. А я сейчас понимаю, насколько я поторопился и тупанул вкачать пушку. Я бы смог сейчас купить новую пушку и вкачать уже ее. Да. А что здесь за ящик, я не понял. Базовый компонент, хорошо. Слушай, так это базовый компонент, походу, в котором мы сможем вкачать пушку. Заебись. Мы сейчас купим новый автомат и вкачаем его так же, как и старый. Нахуй разошлись все, блядь. Забираю моё, блядь. Вон там еще что-то лежит. На стоечке вон. Базовый компонент. Хорошо. Слушай, надо пошариться по карте. Ты смотри, мы уже два базовых компонента нашли. Закрыто LED 3. Что? Доступ запрещен. Сука, не дашь открыть, а? Ну, пошел ты нахуй. Все равно я базовый компонент нашел. Уже неплохо. Ты, блядь, посмотри, что за верзила стоит, а? Ебануться. Так, с таким бы я точно не рамсился. Есть что-нибудь? Базовые компоненты? Ну, там не видно нихуя. Давай вот прям мы выберем это задание, чтобы, знаешь, типа... Ой, вот так. Оба! Дай пройти, блядь. Дай не на ту кнопку. Ящичек вижу. Штаны нашли новые. Хорош. Правда, на мусорке, ну ладно. Давай начнем с брони, наверное. Сколько у меня сейчас денег? Сколько у меня денег подкинул?
Более 15 тысяч. 14 тысяч. 14500. Пошли за пушкой. Мне нужен автомат. Я хочу автомат. Я даже примерно помню, что нужно вот примерно сюда бежать, да? Да, правильно, все запомнил. Должно хватить. Он там как раз же столько там и стоил. 15 ровно, сука ты, ебаная, блядь. Я могу продать ему что-то. Не могу. Вот ты ж, блядь, а. Как это сделать? Может, продать ему? Нельзя продать. Давай выполним дополнительное задание, которое с этим моргом. Получим деньги за это. И потом мы сможем, да, купить пушку. Я думаю, 500 этих штук мне заплатит. Блядь, да мы были уже у него. Сука. Только сейчас нам решили показать. О, активировать. Поехали. Так, нам нужно сейчас как-то разбираться с... А, подожди, так мы здесь были. Это больница, морг, наверное. Нам нужно как-то сейчас получить... Нужно нам ХП? Блин, нет. А мы его купили, между прочим, потратили денег. Закрыто, получить доступ. Неужели мы будем кого-то здесь убивать, блядь? Погнали. Хуя себе. Можно его пушку поднять? Ну, блядь, это несправедливо. Они ж валяются. Я бы их продал. Люблю такое решение вопросов. Зашел всех, пострелял. Достал нужную информацию. И все. Без всяких уговоров и каких-то сложных схем. Просто и ясно. Там еще какие-то враги есть. Ой, блядь, не кисло, они меня тут накидывают. Пизда. Быстро они мне дар скидали. Так, давай сейчас. Загружай еще раз. Я на расслабухе просто зашел. Надо всерьезнее к этому подойти вопрос. Сосредоточенно. Получить доступ. Окей. Блять, 100 метров бежать, ёпану. Он еще и сверху остался. Какая проработанная. Проработанные детали какие. Ничего, сейчас справимся. Было бы еще какое-нибудь, знаешь, сохранение, чтобы я понимал, что перед этой штукой лучше сохраниться, было бы вообще огонь. Нет, сохранений нет. О, я эту штуку не подобрал. Какие-то очень крутые врачи ты не находишь. А это что такое? А, тут уже все, я поднял. Они еще раз это не откидывали сюда. Так, гранаты нет у меня. Ой, блядь. Ты посмотри на этот пиздец. Какой-то.
Я побежал ближе, чтобы забрать этот. Жизни. Нормально, раскидал я их. Так, подожди, мы с ним попозже поговорим. Да, я... Пакет? А, это гроб, типа. Я думал, это такой большой ящик со снаряжением. Сразу в обработку. Это что? И, блядь. Внутренняя гематома. Окей. Я что, уже нашел нужную информацию? Поговорить с ним, да? Слушай, я походу нашел все. Блин, да что такое? Эта штука не взломает? Не взломает. Так я тут еще и не полутаюсь, выходит, да? Вот так вот вы решили, блядь, со мной обойтись. Тут ничего собрать нельзя? Нельзя. Жалко. Хотелось бы. Все, на меня не нападают. Я вышел из зоны, такие, типа, а, все норм. Эй, братан, здорово. Тело пропало, ничего не могу помочь, у меня перерыв. И держись подальше от холодильников, иначе окажешься в одном из них. Ты решил порамсить? Ты бы, наверное, так не делал, если бы знал, что я твоих корешей только что всех раскидал. Он меня в другое место ведет, что ли? Я думал, типа, к этому уже возвращаемся, нет? Погоди, а я сюда уже... Я заходил, мне это сохранилось, да? Да, все сохранилось. На верном пути. Давай, заплати мне 500. Вот пидор, а. Да мне сейчас типа заново... Добраться до нитротрассы. Ну, погнали на нитротрассу. Далеко бежать? Ну, 800 метров, далековато. А сюда мы не зайдем, типа, да? Пока. Ну, или это просто, типа... Рекламная вывеска, которая нам как бы не нужна. Хотя бы я бы себе клона заполучил. Представляешь, бегать, рядом болванчик бегает, который на себя огонь принимает. Почему бы и нет? Туда. О, какая пушка стоит. Они еще не понимают, что он зарплата не приходит. Блять, я не успел прочитать, что она говорила. Ну, я не думаю, что прям... Турбогадюк, соблюдайте осторожность. Блять, ну что вы взяли? Мне ж туда идти нужно. Пока еще нет, блять, мне не хватило денег. Так, это кто? Давай сделай еще один шаг, порадуй меня. Да, я тебе жжу. Блин. Где ящик лежит?
Базовый компонент, хорошо. Базовый компонент — это вообще замечательно. Сколько у нас? 14700. Осталось немножко, и можно бежать за новым вооружением. Не надо мне это использовать. Подводи. Что-нибудь выпадает из нее? Нет, не выпадает. А это что такое? АТМ. Бип-бип. Окей. Наверное, тебя тоже можно раскидать, нет? Нельзя. Жалко, я думал, там бы денежка выпала. Я думаю, мне, конечно, еще аукнется, что я всех подряд тут убиваю, но... Я сейчас тебя лучше завалю. Поднимай с них эти кредиты. Бам, блядь. Хорош. И поди, эти гранаты типа просто оглушают. Это типа не... Ужас. Неужели я поднял эту пушку, которую хотел купить? Да что ты, блядь. Не, подожди, не это надо. Дополнительное. Да. Огонь. Так это вообще я удачно зашел. Я еще и эти сэкономил бабки. Черный рынок, что? Черный рынок. Товары с черного рынка могут быть полностью уникальной разработкой или выпускаться под одной из известных торговых марок. Мы, короче, что-то с черного рынка нашли, да? А, эта штука слабее, чем у меня. Мы можем поменять. Типа, здесь пистик, потом этот, потом этот. Неужели ничего нет? Не надо использовать спокуха. Так погодите, это что, не зона каких-то боевых действий? Чего вы такие спокойные стоите? И пушку мне не надо прятать. Не подсветишь? Брюки какие-то нашел, ё-моё, вот это меня прям прёт. Так я еще какие-то нашел. Так, это вот мои. Это у нас плюс 4 дает для этого. Давай попробуем надеть их. Ну, как выглядят, мне больше нравится. Но сейчас посмотрим по остальным параметрам, пока еще не знаю. Тут еще какой-то ящик лежит, я его хочу забрать. Это что? Базовый компонент. Ой, блин, слушай, столько мы базовых компонентов нашли. А, так это мы перешли на ту сторону, где мост бахнул. Подожди, нитротрасса, так вот она. Я типа на месте. Да? Пойдем вниз спустимся, я не понял. 7 метров. И что дальше? Может, с другой стороны нужно было подойти к этой нитротрассе? Ну, типа, где я сразу был? А вы что тут стоите, братки? Запрещен? Ну, спасибо, хоть не напали, а то бы зря их сейчас убивал.
очень долго гранаты вкачиваются. И вообще это оглушающая граната оказывается, а не разрывная. Так что типа... Так погоди, давай займемся основным заданием. Мне уже ж не нужно пока это. Вот, карта и задание. Наведаться к вшивателю. Мы еще не наведались. Пойдем обратно, наведаемся к этому вшивателю. Вкачаем вот этот автомат, что у меня сейчас в руках. А я ведь им еще даже не попользовался ни разу. Сейчас врагов найдем каких-нибудь. Я попользуюсь автоматом, посмотрим, как он стреляет. О-о-о. Внешний вид неплохой. Стрельбы. Так, тут были враги. Здесь кто-нибудь есть? Подожди, я это не подобрал. Планшет с данными. Турбогадюки становятся все агрессивнее и, кажется, скоро действительно возьмут под контроль еще и крыши. Нам придется задуматься над отступлением. Это вот турбогадюки были, да? Они мне типа не враги были, но я решил их убить. И не зря. Я подобрал хорошую пушку. Брюки. Ты, блядь, ты чё не пускаешь? Нельзя туда идти. Всех раскидали. Я даже не сильно понял, что произошло. А, это дружки этих, наверное, были. Турбогадюк. Использовать не надо. Хорошая способность, кстати. И быстро перезаряжается. Кто-то тут попал под мой обстрел из мирных жителей. Я надеюсь, что на меня не будут нападать потом, знаешь, типа, правоохранительные органы. Во, 42. А, наведаться к вшивателю. Точно, я же перезагрузил сейчас задание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ты кто? Турбогадюк? Ладно, похуй, завалил. Дай ему твою мать. Дай забрать! Ты чё? Так, крошка, поверить не могу, что они наконец-то достроили этот чертов мост. Теперь я смогу просто приезжать к себе после смены и не рисковать получить нож под ребра, пробираясь по крышам. Вот оно, теперь наша жизнь изменится к лучшему. К сожалению, мост взорвали. Блин, как кто тут убраться? А он за решеткой какой-то, понятно. Это типа какая-то решетка. Так, я немножко не врубаюсь, куда я вообще забежал. Куда мне нужно? К вшивателю мне нужно. Наведаться к вшивателю. А как я сюда, блядь, залез? Неужели я по мосту этому лез? Ладно, давай вообще другую сейчас выберем. Карты и задания... Что это такое? Ну я на месте, блядь. Ну давай это выберем. Все, побежали отсюда.
Мне показалось, что я подобрал еще что-то. А, я с этой стороны подошел, походу, тогда. Или нет? Да? Нет, тупик. Нужно будет пересмотреть, потому что, походу, я заблудился. Слушай, так, блин, времечко-то все уже подошло к концу. Давай сейчас прервемся и в следующей серии продолжим. Спасибо, что досмотрел эту серию до конца. Надеюсь, тебе понравилось и было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного и самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.